Потому что в арсенале лаборатории Филорга есть необходимые для проведения эстетических процедур. Для каждого показания есть необходимый материал. Сама продукция при применении не дает побочных эффектов. И кроме того, когда речь идет о филлерах, она дает патологированный результат. And also has products that last in time when you have injected. Да, пролонгированный результат — это один из очень важных моментов, которому я доверяю, поэтому пользуюсь продукцией компании. Возникает у меня вопрос, нужно ли сделать, допустим, здесь небольшую коррекцию. Обратите внимание, что расстояние между верхним веком и надбровной дугой, оно слегка у нас впалое. Да? Из-за этого образуется лишняя ткань, которая дает небольшой маленький птоз. And also you see an asymmetry. Here the brow is a little bit straight, and so we can elevate it to have. И также обратите внимание на небольшую асимметрию между правой и левой стороной, да, с правой стороны для пациента, для нас. So, in the mandibular edge, you have to find the right way to correct it. Также, опять-таки, оставаясь в нижней трети лица, необходимо соблюдать определенные правила для того, чтобы восстанавливать овал лица. This way. The mandibular angle and lightly this way, but you have to lift this part. So так, here you do the injection, not here. Так, провалы в овале лица у нас образуются за счет гравитационных изменений. Для того, чтобы их скорректировать, нужно делать лифтинг при помощи филлера. Так, здесь достаточно работает один. И только варьировать методику. You see the infection, and also you can use in many cases XHA volume, and which is the best part that I mean that I want to give you, because you have not a vial of 2 ml that you have to use absolutely. So if you want, you use 1 ml or 2 ml or 10 ml. You see that. She's balanced. Обратите внимание, там, где нарисовал кружок, у нас средняя треть лица слишком низко сбалансирована. In my opinion, with the tissues, because she is also not overweight, but a little bit with good tissues. Здесь у нас наблюдается гравитационное изменение, еще вызванное тем, что у нас как бы пациентка и худышка. Нам так близко, чуть подальше, в фокус на нас. Вот, достаточно. You see, immediately you are sculpting the face. Видите, большим количеством выхожу, когда попросим. I am here, you see. Смотрите, куда он, конец камеры попадает. You see? Видно нам, да? And I inject just under the brow. И прям по контуру брови вложу препарат. Нижняя часть If you see the nasal labial angle, it is about 90 degrees. Угол между верхним и носом. So we can improve it while making it. Inject slowly. Ввожу препарат я медленно.
Very little quantity. Совсем небольшое количество импланта важно. And now this way, please, Julia, just a moment. Antero, okay, come. Okay, in the antero posterior view, you see that she is beautiful, 45 degrees. You remember her nose? I hope that you have understood my philosophy. Я надеюсь, что вы поняли, с какой какая философия нашего. Tomorrow you will go in your office and you will immediately inject the nose, the temples. Теперь будет завтра мастер-класс, у вас появится желание корректировать носы, работать с височной областью. The materials are very safe, long-lasting, easy to manage. Что касается препаратов, то они абсолютно безопасны, они имеют пролонгированный эффект, и с ними очень легко и просто работать. And I wish you that with my suggestions, your work will be from a good work, will become an unforgettable work for your patients. Я надеюсь, что благодаря моим советам и моему мастер-классу теперь ваша работа станет не просто хорошей, а великолепной и незабываемой для ваших пациентов.